Привет, Олег Бирхантер, и это вторая часть ролика про арбалет охотника, с которым возникли какие-то проблемы. А именно, почему-то из этого арбалета очень сложно добиться хорошей кучности. Если не смотрели первую серию про этот арбалет, то советую посмотреть обязательно перед просмотром данного ролика, потому что тогда вы хотя бы будете понимать, что к чему и почему. Переходите по ссылке в описании, а я пока подожду. Но как же так вышло, что была зима, теперь лето, а мы до сих пор не разобрались с этим арбалетом? На самом деле все просто. Дело в том, что после записи первой части мне пришлось уехать в командировку. Я месяц катался в России, потом ездил за рубеж и, в общем-то, про арбалет как-то забылось. Потом я вернулся, занимался другими делами, а арбалет все лежал и ждал своего часа. И вот у нас хорошая, замечательная летняя погода, так что пришло время разобраться с этим арбалетом. Погнали! Итак, что мы имеем? Предлагаю для организации и починки этого арбалета как-то структуризировать причины и проблемы, с которыми, собственно, нам пришлось столкнуться. Итак, я выделил три причины. Это механика, это синхронизация и это стрела. Механика. Все ли нормально крутится, ничего ли нигде не задевает. И как я выяснил, в первой части арбалет был раскручен, и даже ложа было не прикручено к рукояти. Я не знаю, какие барабашки поработали над этим арбалетом, но помимо того, что было раскручено в прошлый раз почти все, еще оказалось, что тут раскручены болты, на которые держат сами планки, что вообще, короче, я не знаю, что случилось с этим арбалетом, кто это сделал, зачем это сделал, но не так важно. Главное, что мы сейчас с вами разбираемся и ищем причины. И должен вам сказать, что это на самом деле достаточно частая причина, когда арбалет или лук перестают стрелять, поэтому всегда обязательно проверяйте все винтики. Если у вас лук, то проверяйте почаще модули, как прикручено, потому что если там, я не знаю, рукоятка открутится, это, наверное, ничего страшного, ну, типа, арбалет развалится, вы его соберете, все будет хорошо. В то время, если у вас модуль начнет откручиваться, то из-за силы натяжения винт сорвет резьбу, помнет блок, и вот там уже, конечно, будут проблемы. Короче, я все это закрутил, все это прикрутил. Поскольку у нас стоит система новая, нам нужно выстрелить сейчас, ну, хотя бы выстрелов 50, для того, чтобы она устаканилась. И после этого можно будет настраивать эту систему, ну, а именно синхронизировать. Давайте приступим. Синхронизация. Что же такое синхронизация? Синхронизация на блочных системах – это положение, взаимное расположение блоков относительно друг друга. То есть, когда вы стреляете, блоки должны синхронно разворачиваться. Это нужно для того, чтобы тетива не перетягивалась ни в какую из сторон. Потому что если в момент выстрела сначала один блок будет тянуть сильнее, потом второй, то тетива будет дергаться влево-вправо. Соответственно, все это будет передаваться на хвостовик, и стрела точно не полетит. Синхронизация достигается путем изменения длины вот этих тросов. Вот этих вот штуковин. Один сюда и один сюда. И после того, как мы сделали там несколько пристрелочных выстрелов, когда у нас тросы растянулись и в целом приняли то положение, в котором они уже будут дальше находиться, мы можем уже говорить про синхронизацию. И на этом арбалете синхронизации все не очень хорошо. Смотрите, на одном из блоков расстояние больше, чем на другом. Тут видно, что расстояние на этом блоке, вот тут вот, гораздо больше, чем расстояние вот тут вот. И, соответственно, нам нужно это исправить, потому что пока у нас арбалет не настроен, он точно стрелять не будет. Как раз-таки хвостовик всегда будет куда-то закидывать в сторону, и стрела будет вылетать неровно. Достигается это скручиванием тросов, ведь чем сильнее мы скрутим веревку, то есть трос, тем она становится короче. И наоборот, если нам нужно удлинить трос, мы его раскручиваем, и трос становится чуточку длиннее. Да, это доли миллиметра, но в арбалете этого достаточно. Что ж, приступим к синхронизации. На самом деле, перед синхронизацией даже есть еще одно действие, которое мне бы хотелось сделать. Это немножечко все-таки крутануть тросы, потому что они тут совершенно не скручены, то есть волокна сами по себе никак между собой не переплетены. И это на самом деле не очень хорошо, потому что они отделяются друг от друга. То есть одно может выпирать и растягиваться неравномерно. Поэтому для начала я хочу оба троса просто скрутить. Короче, на данной системе все достаточно просто. Тот блок, который отстает, значит, тот трос мы и скручиваем. Обычно наоборот. На классических системах, блочных, там, арбалетных, это на самом деле работает наоборот, поэтому тут, да, имейте в виду. Оп. Смотрим. Почти одинаково. Давайте выстрелим еще разик, чтобы уж убедиться.
Ну, прикол. Видите, теперь почти одинаково. Еще чуть-чуть надо повернуть, и будет красота. Да, одинаково. Ура! Ну и на этом можно было бы остановиться, потому что в целом вроде как арбалет синхронизирован. Если вдруг у вас после такой синхронизации не полетит, то нужно синхронизировать уже более тщательно с помощью пейпер-теста. Но это тема уже отдельного ролика, возможно, уже есть ролик на канале про пейпер-тест, тогда переходите по ссылке в описании. Если же там такой ссылки нет, значит подписывайтесь на канал и ждите, потому что в скором времени я сниму ролик про синхронизацию арбалета с помощью пейпер-теста. Ведь дело еще оказалось в том, что, ну как мы все привыкли, и как я даже говорил на этом канале, что арбалет нужно синхронизировать по метке. Да, по-моему, даже в прошлом ролике я это делал, синхронизировал по метке. И как оказалось, к данным арбалетам такой метод не совсем применим, потому что натяжитель, он упирается в тетиву, и он хорошо ее держит, не дает ей скользить, пока вы натягиваете, и, соответственно, тетива начинает гулять только когда вы уже стреляете, то есть когда тетива ни во что, кроме как в стрелу, не упирается, эту самую стрелу влево-право мотыляет. Поэтому самый правильный способ — это стрелять и смотреть, как вылетает стрела. Это либо там, либо слоумо камера смотреть, да, как вылетает стрела, либо это можно смотреть по следам на самой стреле у хвостовика. У хвостовика остаются бороздки, и видно, в какую сторону прижимала стрелу. Соответственно, нам нужно добиться так, чтобы эти бороздки после выстрела одновременно появлялись с двух сторон, и слева, и справа. Ну, тут как бы, если есть чистые стрелы нулевые, да, то тогда вы можете один выстрел, и, соответственно, понимаете, то тогда вы можете, да, но важно понимать, что стрела, по сути, для данного теста одноразовая. То есть один раз выстрелил, все, уже есть след на одной стороне, например, да, и вы как бы крутите, и не знаете, больше он там стал, меньше он там стал. Поэтому самый надежный способ, самый правильный, это, наверное, через пейпер-тест, но об этом будет отдельное видео. Теперь давайте разбираться со стрелами. Теперь, арбалетчики, слушаем внимательно. Арбалет у нас охотничий. У него стоят супер мощные плечи. А это значит, что нагрузка на стрелы тоже очень большая. И я знаю, что вы с этим обычно не сталкиваетесь, потому что арбалетчики зачастую даже не знают, что такое жесткий стрел, он же спайн, и на что он вообще влияет. Но есть у меня большие подозрения, что конкретно в нашем с вами случае, из-за того, что тоненькие стрелы, из-за того, что там стоят вот эти тяжелые пенетраторы на стрелах, получилось так, что стрелы оказались достаточно мягкие. Давайте попробуем с этим разобраться. Но, вот смотрите, у нас есть стрела. И разные стрелы имеют разную жесткость. Одни легко гнутся, вторые тяжелее гораздо гнутся. Нам что важно понимать? Что, когда мы стреляем, стрела у нас изгибается. И у стрелы есть, на самом деле, два вида спайна. Два вида жесткости. Статическая и динамическая. То есть статическая — это вот просто сама жесткость самой трубки. А динамическая — это то, как вот эта жесткость справляется с выстрелом, с наконечниками и так далее. То есть смотрите, если сейчас вот я помашу, стрела как была ровная, так и остается, да? Но если я, например, утяжелю наконечник, понятно, что я сейчас все утрирую, но вот накрутим патрона шуруповерта, да, будет у нас такой наконечник, то теперь смотрите, когда я начинаю махать, стрела уже сильно гнется. И то же самое у нас происходит и в момент выстрела. Поэтому разный вес наконечника влияет на то, как вылетает стрела. Ну, я думаю, достаточно. Короче говоря, моя версия в том, что мы не смогли добиться точности из-за того, что арбалет был слишком мощный для тех стрел. То есть у нас при вылете стрела, ну, как бы упиралась в тяжелый наконечник и изгибалась. Поэтому сейчас мы с вами будем делать стрелы. И заодно я покажу вам, насколько Doom мини-замечательный арбалет в плане стрел. В него можно запихнуть вообще любые стрелы. Не верите? Сейчас я покажу. Но перед тем, как пихать в свой арбалет все, что попало, нужно сделать одну небольшую вещь. Смотрите, когда мы вставляем стрелу, у нас стрела прижимается вот этим вот язычком. Смотрите. Смотрите, вот так вот он выглядит сам по себе. И у нас просто стрела упирается вот в эту часть. То есть нам нужно взять и чуть-чуть подрезать вот этот пластик, который вот тут находится. Понимаете, да, у нас
стрела. Бам, и вот так вот упирается. Нам, соответственно, нужно просто взять и срезать вот эту небольшую пластиковую часть для того, чтобы стрела и большего диаметра могла сюда влезть. Вот и все. И после того, как вы это сделаете, вы сможете стрелять практически всем, чем захотите. И я даже не утрирую. Смотрите, это лучная карбоновая стрела жесткостью примерно 350 единиц. Самая дешевая, на самом деле, стоит она там что-то рублей 350 примерно. И даже ей вот, смотрите. Мы просто поменяем хвостовик. На самом деле можно и родной там как-то подпилить, но мы сейчас просто его поменяем на подходящий. Бам. Ну и по сути все. Единственное, что еще, наверное, стоит срезать, лишнее перышко, потому что оно нам будет мешаться. И все, и можем стрелять. Даже интересно, что из этого получится на самом деле. Оп, оп, о! Ща! Смотрите, у меня еще есть шатуны. Это бирхантеровские стрелы для мамбы фаталити. Они с двумя перышками, да, вот, с двумя перышками. Но при этом древко это вот стандартная арбалетная, то есть толстая стрела. Она, вот, для сравнения по толщине, раз в два она толще. И ей точно так же можно стрелять. Смотрите. Пам! А это даже хорошо, кстати говоря, полетело вообще без каких-либо проблем. Это к вопросу о стрелах. То есть, конечно, шатун это не самая дешевая стрела, но зато она очень качественная. Но если вам как бы это не важно, вы стреляете там на какие-нибудь, я не знаю, 15 метров по каким-нибудь банкам стрелы одноразовые, то можно вообще стрелять из чего угодно. Можно покупать самые дешевые алюминиевые стрелы, лучные или арбалетные, но жесткие. Главное жесткие, поэтому лучше, наверное, арбалетные, потому что чем диаметр толще при прочих равных, при толщине стенки, тем стрела жестче получается. И стрелять. Тут как бы арбалет совершенно неприхотлив к боеприпасам. Но давайте мы с вами попробуем из лучных стрел изготовить как раз таки стрелы, которые хорошо подойдут для этого арбалета. Не будут болтаться, не будет у нас излишней длины, которая придает наоборот лишнюю мягкость этой стреле. Давайте сделаем, я покажу и научу вас, как это делать из подручных материалов. Я взял классическую алюминиевую стрелу от арбалета. Все, что нам нужно сделать, это переклеить перья и укоротить ее немножечко. Если у нас стрела алюминиевая, то мы можем воспользоваться обычным труборезом. Мы просто отмеряем длину, которая нам нужна. Соответственно, мы, если мы не знаем эту длину, то мы просто вставляем стрелу, делаем небольшой запасик и здесь режем. Единственное, что, ну, это я сейчас для примера одну, да, делаю. Но если вы будете несколько резать, то Но если вы будете резать несколько, то вам нужно четко знать дистанцию, длину, для того, чтобы все стрелы были одинаковыми. Соответственно, мы отмеряем, зажимаем это в труборез и начинаем вращать. Кружочек сделали, подтянули. Кружочек сделали, подтянули. Ну, мы практически закончили. Все. Карбон, я знаю, эту штуку особо не порежешь, хотя можно попробовать эксперименты ради, но он вроде просто помнет волокна и будет срез достаточно хреновый. Кстати говоря, я тут, наверное, не совсем правильно еще сделал, потому что тут это самые дешевые стрелы, на них инсерт пластиковый, то есть его достать из древка очень сложно, ну, не повредив. Комарик. То есть его достать из древка, не повредив, очень сложно. Поэтому логичнее, наоборот, отмерять не от хвостовика, а отмерять от наконечника. То есть надо было, чтобы вот эта часть у меня была вот такой длинной. Тогда бы я сюда ставил хвостик сразу, наклеил бы перышки, у меня была готовая стрела. А сейчас, да, мне вот тут придется срезать вот эти перышки, переклеивать сюда инсерт и переклеивать перья. Ну, тоже вариант рабочий. Ну и давайте посмотрим, что будет с карбоном, если его труборезом резать. Потому что вариант
на самом деле очень удобный, но не знаю, насколько до карбона подходящий. Мне кажется, я уже пробовал когда-то резать, и что-то у меня не получилось. Пока он просто мнется. Ну да, он поломался уже. Ну, как бы, такое себе. Если прям совсем нечем, то, наверное, можно, и то только под наконечник. Со стороны хвостовика такой срез оставлять ни в коем случае нельзя. А наконечник, он там весь на клею, на диаметре древка держится, поэтому, я думаю, для наконечника в целом как бы можно. Но я бы не стал. Но карбоновые стрелы тоже замечательно пилятся. Дремелем, наждаком, я вон интереса ради реноватором попробовал, тоже получилось. Главное потом затерцевать их и ровно вклеить наконечники. Если нужен подробный ролик про изготовление стрел, то пишите в комментариях, и я сделаю для вас специально целый ролик, посвященный тому, как собирать стрелы со всякими нюансами, тонкостями и так далее. Еще заметил такой момент, что на данном арбалете перья могут цепляться за натяжитель при вылете, и поэтому от греха подальше я решил немножечко их укоротить. Вряд ли это сильно повлияет на стабилизацию, а вот на то, что у нас стрелы будут вылетать ровнее, точно повлияет. Короче, для этого арбалета я подготовил стрелы из самых жестких трубок, поклеил перышки так, чтобы они точно ничего не цепляли, выровнял наконечники, и теперь я уверен, что проблем с точностью у нас не возникнет. Давайте проверять. И, кстати говоря, у меня еще есть обновочки для этого арбалета. Во-первых, это прицел, потому что я решил, раз уж мы делаем арбалет для охоты, то ну, надо и обвес делать соответствующий. Поэтому я взял закрытый коллиматорный прицел, сейчас покажу. И у него спереди, смотрите, сеточка такая, чтобы поменьше бликов было. И чем он мне сильно понравился, что у него регулировки можно вносить прям встроенными вот этими колпачками. То есть мы откручиваем колпачок. Блин. И вот тут есть отверточка. И мы ей можем, соответственно, вносить поправки в прицел. Вот такая штука. Ну и второе, это приклад. Как вы помните, я раньше делал почечник, но пока я не знаю, надо ли его делать или нет, потому что я решил, что поскольку тут крепление стандартное, да, можно купить любой приклад, который уже там с почечником, все, что нужно. Поэтому пока я поставлю купленный на Озоне со 2000 с копейками рублей приклад, а потом посмотрим. Если он чем-то не понравится, то будем доделывать, соответственно, уже свой почечник. Но мне кажется, все варианты то, что он нам подойдет. Итак, давайте я вам покажу просто, как это делается. Нам для этого понадобятся пассатижи. Мы берем, нажимаем, хватаемся за вот эту кнопочку и чуть-чуть ее вытягиваем. Все, после этого приклад легко снимается, а здесь остается стандартная трубка. Ну и чтобы надеть, история точно такая же. Вот так вот. Ну. Ну, по-моему, неплохо. Дальномера у меня, к сожалению, с собой нет. Поэтому будем считать шагами. Вот мишенька. Тут ничего нет. И видно вот так. Раз, два, три, четыре. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ровно на тропинке. Это спортивная стандартная дистанция, 18 метров. Вот войду, чтобы камеру было видно. И погнали. Как мы вас теперь поставим? Так вот. О, да.
Да ну на. Арбалет готов, но, к сожалению, он подстроил подлянку. Оказалось, что вот этот винт, они короче, чем должны быть. Поэтому я особо выбора не имею, взял обычные винты, ну, метрические, крестовые, да, и закрутил их сюда. И вот я снова приехал, поэтому сейчас прям 100% я уверен, что с арбалетом все будет хорошо, и мы соберем нормальную группу. Давайте смотреть. Вот у нас мишенька, вот он я, так что давайте попробуем, постреляем и по факту уже посмотрим, что у нас получается. Получилось ли настроить этот арбалет, справился ли я с ним или нет. Давайте. Так, дальномера нет, поэтому считаем шаги. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ну вот еще шажочек сюда сделаю, чтобы на тропинку встать. 18 метров. Это спортивная классическая дистанция, поэтому, мне кажется, на ней можно посмотреть, что у нас тут получается. Давайте постреляем. Так. Заводим наш арбалет. Первая пошла. Вторая пошла. Третью чуть-чуть дернул. Но ладно, пойдем посмотрим, что получается. И получается ли, что самое главное. Так, ну вот что получается. Ну, это примерно вот, я не знаю, чуть больше, чем спичечный коробок. Ну, кстати, вот я сейчас пристреливался. У меня всегда одна куда-то отлетала. Давайте мы ее с вами пометим, мы еще разик выстрелим и посмотрим. Пометить эту стрелу, которая отлетела, к сожалению, мне нечем. Как они прилетают в щит, я из-за света не вижу, поэтому просто давайте еще раз выстрелим и посмотрим, будет ли у нас отличие. Потому что если у нас еще раз стрела одна улетит, то значит проблема в стреле. Если будет что-то другое, то проблема во мне. Видите, как уже говорю, я не сомневаюсь, что с арбалетом все хорошо. Вы как, не ушиблись? Это арбалетик на вас упал. И три. Let's go. Ну, в общем-то, вот вам результат. Вот вам пальчик для сравнения. Да, ну понятно, что СТП чуть слева. Тут надо два клика в прицеле сделать. И, соответственно, это у нас будет по центру. Так что так, я думаю, что тут все понятно, арбалет для охоты подходит. На этом в целом можно закончить ролик. Осталось только одно небольшое действие. Ну что же, друзья, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Лично мне понравилось, потому что мне было интересно разобраться с этим арбалетом. Я сначала
прям долго не мог понять, что с ним. Я до сих пор не понимаю, что с ним случилось, почему он был весь раскрученный, но оказалось, что надо его просто скрутить. Собрал, поменял приклад, поменял прицел, синхронизировал, то есть просто все по порядочку сделал, как нужно, и все у нас стало замечательно. Поэтому, в принципе, ничего сложного нет. У техники нет какого-то своего настроения, поэтому как вы ее настроите, так она работать и будет. Ну, а на этом все. Всем пока! Ну и давайте еще разик выстрелим, а то скажете, что вот один раз попал и больше, соответственно, не собирается. Так сказать, сцена после титров. Я на самом деле стараюсь вырезать все лишнее из своих видео, то есть делать их максимально такими лапидарными, коротенькими, лаконичными, ну, чтобы смотреть было интересней. Но иногда все-таки перебарщиваю. Возможно, это именно тот случай, поэтому вот тут в этой камере у нас будет мишенька, а в этой камере... буду я, чтобы сразу было понятно, куда я попадаю. Так, откуда я стреляю, это вообще... Нет, здесь камера снимает, вот отсюда я стреляю. Вот так вот, шишки эти. Три. Что там попал? Видно тут, видно. Вроде нормально попал. Пойдемте глянем. Ну. Мне лично кажется, этого достаточно. А если бы я еще покушал нормально, так вообще была бы красота.